Всем привет, я Виталий Северянин, сегодня в гостях у Володи. Хочу попробовать стержень 100 килограмм вот, в одних пальцах. Вот стержень. Сейчас заново даже вытащу. Вот теперь раздвигай. И сдвигай, да? Ну, семерка. Угу. Семерка стержень, значит. Длина. Стержень сегодня выходил из кадра. Длина стержня 8. 178. Подожди, чтобы ровно вот так видно было. Дальше. Угу. Все, теперь заворачиваем. Вот так вот, да? Да, натягивай там потом. Хреново заверну, конечно. Ничего. Ну ладно. Это все на край поставь, пацан. Чтобы легче, да-да. Вот. И натягивай. Завернул так по-бомжовски давай. Ну сейчас все равно снимать будешь. Ну, вон торчат они, ну ладно. Так, сдвигай теперь, да? Да, ровно вставляем. Ты сюда повернись, чтобы видно. Так, сейчас. Угу. Да, резинку сниму. Чуть расслабились, ну ладно. Как да, получилось, да. Так получилось. Сейчас. Сейчас я. У меня 30 секунд, да? Да, угу. Пошел. Давай. Во, все. Жми сильнее. Еще сильнее. До конца. Бля, разлетелись. Да ничего. Все, замери. Молодец. Так. Нет, это нормально, замерил. Нет. Или вон, положи на стол. Третья тренировка, сотку согнул. Вверх и дал. Четыре. Подожди, сейчас я сам замерю. Нет, разверни этот. Метр разверни. А, так? Угу. Все, в общем, меньше. Ну все, поздравляю. Фу, спасибо, ребята. Спасибо, Володь. Давай.